Tata Martino hasn't been afraid to tinker with the team, taking Messi off last week, keeping Neymar under wraps. A great tackle that was from Sergio Busquets. У Барселоны на своей половине поля. Правда, глубоковато. Садятся подопечные Диего Симеоне. Вот первый момент. Лионель Месси оказывается на острие атаки. И какая же передача последовала из глубины на Месси. Тибо Куртуа своевременно покинул ворота. Это Бускетс. Бускетс. Совершенно неожиданно взвинтил темп этой комбинации. И разрезающий пас мимо опорной зоны мадридского Атлетика. Мимо всей четверки защитников, но в последний. Erste wirklich gute Chance der Partie, Minute 7. Der Pass in Richtung Lionel Messi von Busquets, der da die Lücke gefunden hatte zwischen Mittelfeld und Verteidigerreihe. Da kommt Koke um Zentimeter zu spät und Lionel Messi noch entscheidend von Felipe Luis bedrängt. Neymar увидел Альбу, подача, Куртуа промахивается. Но и вслед за Куртуа мажет Алексис Санчес. Какая же передача последовала из глубины на Месси. Тибо Куртуа. Нет, в первой игре такие передачи не проходили. Бускетс. Неймар, ах. Как угадал. Совершенно неожиданно взвинтил с этим пасом. Diego Simeone eventuell interessiert sein könnte, beziehungsweise Atletico interessiert sein könnte daran. Improvisation. Fabregas to Alba, to Fabregas, to Xavi. Xavi stays strong, he falls. Начал эту комбинацию Коке в одно касание на Турана, Пике. Проехался мимо мяча, как его ловко убрал Арда Туран, и лишь Виктор. Right on the 40th minute, come Madrid nil. Yes, fascinating first half. Lionel Messi not happy there. Perhaps it was the treatment he received in the first half. It's been almost chess-like, hasn't it? Both tactics. Hier nochmal der Schuss von gerade eben und die starke Parade von Victor Valdez. Die größte Chance in der zweiten Hälfte. Schuss von David Villa. Und das ist die Szene danach als Arda Turan. Vielleicht sehen wir es jetzt. Zusammenspiel zwischen Xavi, Neymar und Cesc Fabregas. Ball nicht im Aus gewesen. Und dann nicht Juanfran, sondern Godin. Derjenige, der dort mit Cesc Fabregas zusammenschlägt. Вот там стычка была. Да-да-да, причем не один раз Филиппе Луис заехал по лицу Дани Алвесу и Диего Симеоне. А я верю в Тибо Куртуа. Лео Баптистао появляется на поле. Лионель Месси или же Тибо Куртуа. Испепеляющий взгляд у Лионеля Месси. Берет разбег, удар, перекладина! Не забивает Лионель Месси! Промахивается! Промахивается! Десятый номер Барселоны. Ну, может быть, не до конца еще психологически готов Лионель Месси к таким ответственным моментам, к таким решениям. Ну что же, мадридский Атлетико ничем не возьмешь, даже 11-метровыми ударами. Казалось бы, что может быть проще и